Здравствуйте. Здравствуйте, Сереженька. Здравствуйте. Как ваши дела? Спасибо. А как вы? Хорошо. Готов. Выглядите. Класс. Да, спасибо. Молодец. Давайте будем творить. Да, ну тут надо, нам просто ваших не хватает. Ну, что да. Современная получается. Конечно. Такая. Слушай, короче, Кудрявцева, давай, соглашайся. Это очень прикольно, и сама порадуешься. Я надеюсь, что на меня не повлияет этот образ никак. Очень не хотелось бы, конечно. Я не собираюсь вживаться уж окончательно и по поступкам, и по всему. Досконально изучать его повадки, его поступки, его мотивацию я не буду. Просто мы сделаем одну так чик, фотокарточку, а потом сделаем вторую чик, уже с остальным, и все. Ну, в принципе, все равно сходство, конечно, с Сергеем Лазаревым они есть. А вот не хочется совсем, когда мы старого из меня сделаем, посмотрим, как что будет. Да-да-да-да. Друзья уже оценили мои, которым я послал свою фотографию. Молодого. А? Молодого. Молодого оценили. Какой-то Пушкин прям без пяти минут. Пушкин другие такие дворцы. Ну не знаю, вот тут вот более, Пушкин конкретно. Более. Ура! Здравствуйте. Оденьте меня. Какой у вас размер? У меня 41,5, 42. Клуб. Так. Ноги наверх с бутылкой, с такой весь гуляет по полной программе, короче говоря. Сереж, приветик. Здрасте. Это, пожалуйста. Ну да. Сереж, сейчас такой будет наглый, мерзкий, пошлый. И весь насквозь такой. И это в руку как-то вот так, да? Ну такой, в общем, сами знаете, какой. А еще был таким мерзким. Почему? Это он не мерзкий был, он просто испорченный очень мальчик, который... Да. Ходит, он развлекается, можно... Это, вот, это вас не интересует. Это я потом все сделаю. Можно одну? Такой пошлый радость. Он вообще не знает, что такое мрачность. Всех имен в прямом и переносном смысле. Все. Да? Ну такой расслабленный. Угу. Козлина. Мерзость такая, мерзость. Да, это мне нравится. Мерзопакостная. Мерзопакостная, такая улыбчик такая гаденькая. Шедевры создаются достаточно быстро, что очень хорошо, и что в жестком графике людей известных, которые обычно принимают участие, все прекрасно понимают, что график сложный и что не так много времени. Вот. Но тем не менее, за такой короткий срок, пока делается все это, удается создать действительно такие по-настоящему красивые работы, портреты, картины, не знаю, как бы это правильно назвать. И с большим удовольствием возвращаюсь снова и снова. Я говорю, что уже не первая наша работа. Я надеюсь, что не последняя. Плюс попробуй ставить. Что?
с руками что делать будем? Какой же перепарочный. Не надо, не надо. Свечку сейчас зажгу. Старикам не перестало хихикать. Хочется, чтобы человечность тоже оставалась. Что-то какое-то, какие-то человеческие качества. Не все в компьютер. Дошли до такого, что можно без всякого грима, без париков все накрасить, на фотошопе сделать и все. Тем не менее, вот здесь работа вот ручная, мы делаем все вручную. Старческие ручки, да, такие вот, они все выбелены с венками. Ну, там в одной комнате. Можно что-то там докорректировать, но основная работа делается здесь, и здесь человеческий фактор играет важную роль, самую важную. Вот, такое не сделать на компьютере, такое не сделать, это сразу будет видно. Этим и ценные работы, которые происходят здесь. Хорошо, мы споем, короче. Делаем. Чуть его поверни к себе. Повестай. Тоже интересно. Зловещий такой. Да. Еще от меня немножечко лицо. Девушка, какой же он противный. Можно еще куда-то посмотреть. Вот. Не, лицо повернуть, чтобы не фас был. А? Так хорошо. На всяком случае. Хорошо такая, одноглазая птица такая страшучая. Вот, все, по-моему, да? Все, Сереж, спасибо большое. Спасибо. Красавец. Хорошенький. Сами себя найдут. Тут глазки молоденькие. Да, здесь, да. Вот здесь, когда в профиль они вот выдают. Вот это страшненький. Вот страшный. Вот это страшный. Вот этот вот? Нет, это тоже. Спасибо огромное. Сплошной восторг. До встречи вновь. Я надеюсь, действительно, не первый, не последний раз мы делаем это замечательное искусство и действие. Так что до встречи, Настя, спасибо.